Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, у нас очередная серия Кланных Войн, и мой тиммейт это Анетка, да, ребята, это девушка, и она играть не очень хорошо. Ничего себе, ребята, вот это мы раздали, 2-0, да вы что? Команда Кент ПК, команда бойскаутов побеждает. Ничего себе, вот это мы красавчики. Ну что ж, ребята, а мы продолжаем дальше. Анетка, давай, не отставай. Кстати, ребята, сегодня я за главного, потому что если я играю обычно с лордами или еще с кем-то, то обычно он играет лучше, чем я. Но я играю сегодня с Анеткой. Анетка вообще полный нуб. Поэтому, ребята, сегодня буду нагибать всех именно я. Ну что ж, поехали! Ничего себе, вот это не раздали! Да вы что, пацаны? Ну, Анетка, ты на ком меня ставила? Пипец! Анетка! Нет! Нет, кентуху убили. Как же это обидно. Ну, ребята, мы проиграли только битву, но не проиграли сражение. Поэтому все еще только впереди. И мы, ребята, продолжаем. Так, Анетка, давай, собралась. Играй как настоящий мужик. Ну, что это такое? Давай. Так, беру в руки Дигу и вперед всех нагибать. Ну, что, здравствуйте, добрый день. Молодой человек, ну, что, вы идете нас рашить или нет? Ну, что, вы где там? О-о-о! Да как все неожиданно-то. Короче, ребят, беру Галил, в помощь! Нет! Минус один, хорош! Минус один, давай, Анетка, вся надежда только на тебя, пожалуйста! Ну, блин! Блин, 2-2. Ох, ребята, чё-то нам вообще не фартит! Как же все плохо! Так, Анетка, блин, какую нуба себе взял команду? Ну ладно, я шучу, конечно, я взял себе хорошего тиммейта, Анетка играет довольно-таки неплохо. Ну, конечно, похуже, чем я, но все-таки она старается. Минус один. Синие победили. Так, ладно, я понял. Синяя команда не хочет по-хорошему. Окей, Кент АПК берет себе R700. Ну, ребят, вы сами напросились, я хотел по-хорошему. Все, ребят, ну сами напросились, поэтому вы уж извиняете. Ну что, вы идете нас рашить или нет? Ну, вы там скоро. Мне, блин, страшно идти первым, потому что меня там просто изнасилуют. Такс. Ага, а их тут нет, а куда они пропали-то? Слушайте, а их тут нет, да? Как-то странно. А, вот идут. Минус один, хороший, раздал. Кентуха, красавчик, попал, у него мало хп, явно мало хп. Ой, лагает пингер, да вы что, пингер. Ну, ребята, я убил, и у нас счет 3-3. Ничего себе, этот я раздал, ну какой счет? 5-3, и Анетка убила всего лишь двоих. Ну, ладно, надеюсь, дальше будет лучше. Так, ребята, я себе взял в руки снайперку, и теперь при помощи этой снайперки кентуха будет всех рвать и метать. Ну чё, дратуйте, я уже готов лично килять кого-то, но я пока что счёт никого не вижу. Ну, вы там скоро? Окей, не идете вы нас рашить, значит, Кент АПК все сделает сам. Опа, вот он я раздал, минус один, ну, Анетка, добей, пожалуйста, попади! Да, ты это сделала, блин, просто самое лучшее, вообще, просто топ in the world. Ребята, счет 4-3, не может быть. Да, мы это сделали, просто мы лучшие. Ну что ж, а мы продолжаем дальше. Тут ля-ля-ля, тополя. Ух ты, так, Дигл в помощь, пацаны, приветик. Минус один. Давайте минус два, давай, минус два. Ну. Почти попал. Хорошая Анетка, просто лучше. Как мы это делаем, Анетка, скажи, как? Как? Ну просто, блин, я очень рад. Ребят, я думал, что мы жестко проиграем. Я думал, что мы проиграем со счетом 2-10 или что-то такое. Но нет, ребята, мы побеждаем. Да вы что, как же я рад. Вообще классно. Так, с никого нет, все нормально. Ух ты, попал, ой-ой-ой, было очень болезненно, очень чувствительно. Ух ты, 20 хп, да? Не-не-не, ребят, нормально же общались, вы чё? Так, снайперка, ух ты, блин, снайперка мне не помогла. Я хотел взять себе в руки снайперку, но не тут-то было, немножко затупил. Ох, ребят, очень напряженная битва, это, наверное, самая потная каточка за этот месяц. Ух, я подумал, что я сейчас приду, проиграю и все. А тут, ребят, не тут-то было. Возможно, мы даже победим. Ну, Анетка, ну куда ты идешь вперед? Ну не иди, нет, ну, блин, вот так и знал. Ладно, у Кента есть снайперка, поэтому вся надежда на меня. Минус один, давай, спокойной ночи. Сынок, давай там отдыхай, пока папка сейчас тут будет со снайперкой крысить. Да, крысить нехорошо, но иногда можно, блин. И даже мне это не помогло, эх.
Обидно, обидно. Я себе лучше возьму, давайте, АК-47, потому что вы мне часто говорите, что это классное оружие и так далее. Ну, давайте проверим. 5-5. Ух, ребят, напряженная битва, очень напряженная битва. Ой, Анетка там еще живая. Так, Анетка живая, то да, вы что, это отлично. О-хо-хо, минус один. Ну, ой, лагает, ребят, ну пингер, ну как играть с таким? Я не понимаю, ну как? Ну просто жесткий пингер. Еще синие победили, мы друг друга убили и синие победили. Пипец. Просто, ребята, без комментариев. Ну, не знаю, но меня лично немножко подгорает. Вот я не знаю, как бы вы себя повели на моей ситуации. И, ну, ребят, просто жесткий пингер. Как по мне, ну, я считаю, что в этом раунде я его победил бы, если бы у него большой пинг. Эх. Ну, ладно, ладно, не буду оправдываться. Возможно, мы еще не проиграем. Но, ребята, у меня памяти на телефоне не так уж и много, поэтому надо как можно быстрее их убивать или самим сливаться, не знаю. Надо, короче, что делать. Надо какую-то движуху мутить. Опа, идут, да-да-да, там двое. Сбоку, ой, они сбоку крысят, вот тут. А, вижу. Так, а ну-ка. Вот сейчас сбоку выйдет один. Хорошая нетка раздала. Блин. Мы, ребята, проигрываем. Счет 5-7. Эх, счет вообще все плохо. Так, Анетка, ну, давай как-то по-серьезному, да? Эу, Анетка, ты тут? Я думал, Анетка куда-то пропала. Не, ребят, все хорошо, нормально играем. Возможно, даже их нагнем. Такс. Попал, боль! Вот так, давай, знай наших, сыночек. Ну, Дигл, убей его, хорош! Я убил, кто тут, мистер Рэмс Юте. Убил его при помощи Дигла, блин, Дигл, я тебя люблю. Вот что бы я ни говорил на Дигл, но Дигл, ребята, это просто оружие топ in the world. Так, Анетка, давай, погнали, не отставай, давай. Потому что мы проиграть вообще, ну, ни в какую не можем, поэтому давай, собралась и играй как настоящий. О-хо, блин, ладно, я понял, но, скорее всего, в этом раунде мы тоже проиграем, если, конечно, не свершится чудо. Но чуда, к сожалению, не было, и Анетка тоже умерла. Эх. Ой, ребята, уже чувствую, что уже приближается конец этого ПВП. И походу мы сольемся. Но, ребят, противники у нас очень достойные, они играют очень хорошо. То есть ты думал, что они играют, ну, как полные нубы, но, ребят, не тут-то было. Серьезно, классно играют, ребят, просто большой почет. Убил одного, вот так, красава, кентух, красавчик, но они крысят, ребят, ладно, я ничего говорить плохого не буду, потому что я сам крысил буквально пару раундов назад, но... Ну, Анетка, ну нет, ой-ой-ой, Анетка, ну нагни, пожалуйста, Анетусик, Анеточка, Анетулечка, о нет, ну блин, ну мы, ребята, были близко, очень были близко к победе, но все-таки, по всей видимости, нам, ребята, придет конец. Эх, все было так хорошо, ну, ладно. Ребята, пожалуйста, не надо меня вызывать, потому что я решил просто поиграть по фану. То есть, если бы хотел победить, я себе взял бы в КВ лонера, или взял бы себе, допустим, лорда, или еще кого-то. Ребята, это просто КВ по фану, поэтому не надо писать, мол, Кент ПК, ты слился, ты полный нуб и так далее, потому что, ребята, КВ по фану. Надеюсь, вы все знаете значение этого слова, то есть я, ребята, поставил в первую очередь сделать шоу, а не победить. Поэтому надеюсь, вы меня поддержите лайком и своим комментарием. Ох, вот это я раздал. Вот так, сыночки, вот так. Знай наших, у кента Дигл, все, пацаны, спокойной ночи. Мы, ребята, еще довольно-таки неплохо играем. Хотя я уже чую, ребят, уже чую, как мы скоро проиграем. Кент и Анетка пингуют. А ну давайте проверим. 120 пинг. Кто это пингует? Смотрите на его пинг и на наш пинг. Кент и Анетка пингуют. Ничего себе, вы что врете? Это вы сами пингуете, пипец. Они сами пингуют и пишут, что мы пингуем. Я просто в шоке. Они еще там крысят где-то. Ну ладно, давайте, я тоже буду крысить. О, все. Вы крысите, и я крысю. Ну и кто победит? Ну давайте. Ну, Кент, чуть-чуть не хватило. Эх, ребята, мы проиграли. Ну что ж,
Большое спасибо клану противников, с ним было очень интересно играть, они очень хорошо играли. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, кто хочет больше КВ с Анеткой. Надеюсь, вам понравилось данное КВ. Ребята, да, мы проиграли, но надеюсь, что в следующий раз мы будем играть лучше. И как вы видите, мой скилл со временем поднимается, то есть можете посмотреть мои первые ролики по Блокстрайку. Ребята, я тогда играл просто как криворукий рак. Сейчас уже что-то более-менее вырисовывается, поэтому, ребята, пожалуйста, поддержите меня лайком, я буду чаще звать Анетку на КВ. Обязательно, ребята, подпишитесь на мой канал, напишите какой-то комментарий. С вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока!